Убирать пакет. Убираю пакет. Смывать водой? Давай. Тереть? Давай. Под водой? Ну что, чудо есть? Чудо есть, да. Просто замочено было на 15 минут. Ну, надо еще немножко вот эти штучки подтереть. Вот этим срезом. Дай. Ну? Ну, не сразу, надо замачивать. Чтобы она пропитала всю эту хрень. Ну, или пшик не потери. Немножечко оставим. Давай попшикай ее. Вот, все, я попшикала. Да, еще пару раз пшикай. И накрой бумажкой, пленочкой. Давай, давай следующую. Нет, не отмылась. Толстый слой, видимо. Все равно, конечно. Отмывается. Видно, что отмывается. Но второе замачивание надо по-любому. Да. Давай, давай сделаем. Давай. Ждем 15 минут. Да. Чтобы пауза не сгрузилась. Пакетик надувается, реакция идет. С маленькой начнем. Почти все отскреблось, кроме каких-то единичных пятнышек. Так, очень даже хороший результат. Хороший химический способ, не нужно ничего тереть, ничего не повредится. Практически как новая. Да, вообще, мне понравилось. Да. Давай большую, да? Давай большую. Так, куда это девать-то? Куда ее девать? Давай. Давай большую. Давай, давай. Да, большая, походу, еще разок предстоит в замочку уйти. Слишком уж здесь большой слой. Уже гораздо лучше, чем в первый раз, но все равно еще нужен третий раз. Давай еще разок. Давай. Одеваем перчатки и последний раз. Пробуем очистить. Как-то не очень. Ну, в общем, после трех раз эффект есть, но по-хорошему до идеала надо раз в пять замачивать. Засрали, батенька. Засрали, засрали.